Мужчина, который признался в убийстве двоих детей, отказался давать показания в отсутствие матери погибших. Сегодня должно было пройти первое заседание по резонансному убийству. Но из-за заявления обвиняемого рассмотрение дела перенесли. Мать убитых детей отказалась посещать судебные заседания, но теперь ее будут вынуждены вызвать в суд. В июне на улице Королева отчим задушил 10-летнего Самира и 4-летнюю Вику. Жестокое убийство он назвал местью гражданской жене. Сегодня в зале суда Анатолий Герасим вновь признался в том, что хладнокровно убил деток. Вы знаете вину, так? В полном обсязи? Да.